на Вінгродинській області на телеканалі «Білорусь-4». У студії Маргарита Волікевич. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. З нагоди 9 мая усе більше шановних ветеранів Приньомані становиться удільниками віншувального марафону. Комплекс для підрозділення Гродзенського управління Держкомітету судових експертиз відкрили обласним центром. Урочистість з значенням лепших супрацовників до професійного свята пройшла у телерадіо компанії «Гродно». Урочистий марш для тих, хто героїчно наближав перемогу, гучав у Гродні. Напередодні 9 мая по всій області продовжується марафон віншування у ветеранів Великої Айчинної. Тих, хто може розказати правду про воєнні події і героїзм совєтського народу, з кожним годом усе менш. Тому коштовність таких зустріч невимірно висока. Кожен день делегації їздять по адресах, щоб уручити подарунки і черговий раз подякувати за мир. 80-годзе визволення Білорусі від німецько-фашистських захопників – той випадок, коли слов подяки шмат не буває. У такі хвилини Володимир Колесніков ще більш упевнюється. Його покоління вистояло у страшне 40-е недаремно. Війну він зустрів підлітком. Уже про 3 тижні підрихтовки у складі запасного батальйона трапив на фронт. Перший бой 16-годовий зенітчик прийняв під Харковом. У час війни удільничав у берлінській наступальній операції, а перемогу зустрів недалеко від Берліна. Указом президента Республіки Білорусь номер 75 утверждена юбилейная медаль 80 год вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. И данной наградой награжден Колесников Владимир Федорович. Уже традиция не первый год, когда в преддверии Дня Великой Победы мы чествуем и высказываем слова благодарности ветеранам, представителям того славного поколения победителей, которые отстояли наше право людьми зваться и жить под мирным небом. И я думаю, что кроме финансовой поддержки, вот эти знаки внимания – это очень ценно для наших ветеранов. Мы, память о подвиге белорусского народа, наше поколение, впитали с молоком матери. Это не преувеличение. И наша задача сейчас сделать, передать эту память следующим поколениям, нашим детям, внукам, правнукам, чтобы вечный огонь памяти о подвиге белорусского народа никогда не погас. Сльози щастя сьогодні, як і амаль 80 годов тому. У подарунок ветерану – концерт воєнного оркестра і юбілейний медаль. А ще висаджене у тихім дворику у центрі Гродна древо, яке кожен май свою квітінню буде нагадувати об важності унеску солдата Великої Айчинної у агульну перемогу. Это очень приятно, когда не забывают, поздравляют. Я хочу пожелать всему нашему народу, чтобы не было никогда такой войны, которая была. 11 миллионов погибло у нас солдаты, офицеров, а всего 27 миллионов. Чтобы этого не было, нам надо всем заботиться о мире. А праз гадзіну на іншым канцы горада моладзь віншавала Мікалая Сакалова. Пасярод двара усе разам заспявалі «Дзень перамогі». Ветэран Вялікай Айчыннай прызнаецца, гэта песня ідзе з ім па жыцці. Салдаты 40-х, як ніхто, ведаюць цану таму дню, калі слова «перамога» назаўжды было ўпісана ў гісторыю і жыццё кожнага, хто за яе змагаўся. Пусть память всенародная живет в людских сердцах о том, как шли и верили до самого конца. Цветами вас и песнями с улыбкой одарим. За мужество и преданность мы вас благодарим. Это наша обязанность помнить то, что было. Тяжелые годы, когда наша страна все вместе выдержала, выстояла и победила в этой страшной войне. А эти люди, которых мы поздравляем с наступающим праздником Днем Победы, они внесли свой непосредственный вклад в эту победу. И благодаря им сегодня это мирное небо. Сегодня наши детки ходят в школу. И мы развиваемся как страна, суверенная страна, независимая. Ветераны подарили нам мир. И мы должны помнить и чтить их подвиг. Віншаванне з надыходзячым Днем Перамоги прымала и ветеран Великой Айчынной Матрона Прасковіна. Скурена. Про годы на фронте ей нагадывают боевые узнагороды. Сучасному ж поколению про подвиг солдат перемоги.
Мне пришлось рано выйти на фронт. Мне еще 17 лет не было. Я стала медсестрой. Много работы было. Когда и лежат, и сидят, и все, и всех надо. А было, я нашла и Белгород, и много очень этих прошлых Беларуси. История не с книг и киностужек, с перших вуснов. Такая размова на вагу золота. Видовольство Великой Отечественной войны с каждым годом все меньше. От их, как заповед будущему поколению, усяго пару слов, але самых головных. Чтоб у вас было мирное небо всегда. День Победы – это святой праздник. Это он символизирует чувство мужества, патриотизма, героизма, братства. Потому что именно в те времена плечом к плечу сражались, защищая общую родину, русские с украинцем, азербайджанец с армянином. И мы были все единой нацией, единой страной и защищали свою родину. Тим, хто у годы войны воевал на фронтах, у невыносных умовах лагеров демонстрировал невероятную силу духа, был у тыле, а после обновлял разбуренные города. Гэтыми днями слова подяки живым захавальникам истории гучать по всей краине. Сучасники схиляют головы за мужность, стойкость, героизм. До 9 мая у гости прийдут до кожного, а уже у день перемоги усе удельники марафону сустренутся знов для вечного огню, каб ушановать память тих, хто отдал свое життя. Все за мирное небо над нашей головой. Жыхары Прынёмані помняць і ўшановуюць герояў Вялікай Айчыннай вайны. Напередані 79-й гадавіны перамогі і да 80-годзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гарадах Гродзеншчыны пачалі ўстанаўліваць білборды, банеры або сіці-лайты з партрэтамі тых, хто ўнёс свой уклад у мірнае сёння і чыімі імёнамі названы вуліцы. В областном центре размещены 12 билбордов именем героя. На их, акрамя портретов, информация про ведомых людей часов Великой Айчынной и их заслуги. А так само позначено, у яким годе именем героя была названа улица у Гродні. Як означили у гарвыканкамі, праца у гэтым напрамку будзе працягнута. И у далейшым будуць з'являцца такія білборды на вуліцах абласнога цэнтра. Размяшчэнне тэматычных стэндаў дазволіць жыхарам і гасцям Прынёмання больш даведацца пра герояў, якія заваявалі перамогу, у тым ліку цаной свайго жыцця. І, вядома, далучыць падрастаючае пакаленне да вывучэння старонак ваеннай гісторыі сваёй краіны. Унікальны комплекс, які аб'яднаў пад адным дахам усе экспертныя падраздзяленні Гродзенскага ўпраўлення Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз, адкрылі ў абласным цэнтры. Напярэдадні будынак па адрасе праспект Касманаўтаў 60 зведаў маштабную мадэрнізацыю, і цяпер тут з'явіліся новыя лабараторыі з сучасным абсталяваннем і камфортныя службовыя памяшканні. На першым паверсе пакоі, дзе даследаванні будуць праводзіць супрацоўнікі адразу некалькіх аддзелаў: судова-гісталагічных, біялагічных, генетычных і хімічных экспертыз. Усё задумана такім чынам, каб усе спецыялісты абласнога ўпраўлення знаходзіліся ў адным будынку. Проект обновления был разработан с учетом современных требований, предъявляемых специализированным лабораториям, а также используемому экспертному оборудованию. Сегодня управление обеспечено всем необходимым для качественного выполнения сотрудниками и работниками своих профессиональных обязанностей. Функциональные лаборатории и комфортные рабочие кабинеты оборудованы с учетом предъявляемых технологий. На модернизацию ушло немало сил. Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке руководства Центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз, республиканских и местных органов власти, а также слаженной работе строительных организаций. Менавіта тут выдзяляюць і даследуюць малекулы ДНК. Гэта той біялагічны матэрыял, які робіць чалавека індывідуальным. І менавіта гэта дапамагае следчым у раскрыцці злачынстваў. Прадметы, з якіх здымаюць след спецыялісты, самыя розныя. Нажы, адзенне, бялізна, акуркі. Часам гэта самыя непрадказальныя матэрыялы. До прыкладу, установіць генатып злачынца можна нават па шалупіні сланечніка. Здзейсніць усе гэтыя маніпуляцыі прызвана лабараторыя з самым сучасным абсталяваннем і апаратам.
апаратами, які дозволяють у рази паскорить і автоматизувати експертизу. Додадім, відкриття унікального комплексу спеціально приміркована до года якості. Як підкреслюється, діяльність у нових умовах дозволить досягнути ще більших виніків у роботі і розвитті судово-експертної діяльності Гродянської області. 111 стоматологічних інструментів і запчасток до слухових апаратів сховав білорус у коробках з набитим товаром. Тепер громадянин заплатить штраф і його чекає конфіскація утоєного. 43-годовий водитель Volkswagen вертався у Білорусь з Литви. Їхав через пункт пропуску Камінний Лог. Вибрав зелений коридор, чим підтвердив відсутність грузу, який підлягає декларуванню. Однак митниками під час огляду коробок з товаром були викриті магніти для гукового процесора різних моделей, стоматологічне свердло і інше. Некоторі з інструментів він навіть сховав у кишені своєї куртки. Кошт викритого – біля 10 тисяч рублів. По факті Гродянської регіональної митні почати адміністраційні процеси. Заховання історичної пам'яті і патріотичне виховання про створчість. У навчальних установах регіону тему геноциду у годи Великої Айчини розкривають не тільки розказуючи про воєнне ліхоліття і зверства окупантів, але й притягуючи дітей до увіковечування пам'яті оборонців Айчини і ахвяр фашистів. Наприклад, у одної з гродянських гімназій вучені разом з педагогами створили макет-реконструкцію, яка узнавляє трагедію вьоски Шавуліча Волковицького району. Вольга Борисєвич поділиться ураженнями. Крики людей, стрелы автоматов, брех собак, шум огню. Гэтыя гукі і самі па сабе выклікаюць жах, а ў спалучэнні з макетам апошняга дня існавання вёскі Шавулічы пераносяць у 43-й год, калі немцы спалілі яе разам з жыхарамі. Раніцай 7 ліпеня фашысты знішчылі 77 хат і забілі 366 чалавек, з іх 120 дзяцей. Паўтарыўшы лёс хатыні, вёска Шавулічы стала адной з яе сясцёр і адным з мест памяці і смутку на Гродзеншчыне. Хто раз сюды наведаўся, ніколі не задасць пытанне, якой цаной заваяваў на міру Вялікай Айчыннай вайне. Тут усё на відавоку, як на відавоку і на месцах яшчэ больш чым 12 тысяч сельскіх населеных пунктаў, часткова ці поўнасцю знішчаных карнікамі на тэрыторыі Беларусі. Іх гісторыі павінна ведаць падрастаючае пакаленне, каб усвядоміць, што такое геноцид. У 5-й Гродзенскай гімназіі пра вайну расказваюць дзецям на уроках, тэматычных мерапрыемствах і ў час экскурсій па экспазіцыях музея баявой славы. Яшчэ больш увагі падзеям Вялікай Айчыннай надаецца на занятках ваенна-патрыятычнага клуба. Менавіта яго кіраўнік Аляксандр Мілянцей падштурхнуў гімназістаў да стварэння макета рэканструкцыі, які ўзнаўляе трагедыю Шавулічаў. Я рассказал детям о трагедии деревни Шауличи Волковыцкого района, которая 7 июля 43 года была сожжена, 366 жителей ее расстреляли. Дети живо заинтересовались, и мы решили выехать экскурсии. Дети, я вам скажу, были где-то в легком шоке. Там открытая местность, пригорки, вот, импровизированные обгоревшие срубы. При посещении мемориального комплекса меня поразило гнетущая тишина, которая там была. И также меня поразило то, что земля была буквально пропитана кровью невинно расстрелянных людей. Также большой след на мне оставил тот факт, что в деревне было убито 120 детей, и одному из детей было всего один день от роду. Это не могло не впечатлить. И, получается, по приезду, по возвращению обратно мы поняли, что нужно осветить эту историю, чтобы о ней узнало как можно больше людей, потому что ничего не должно быть забыто. Макет апошняга дня вёскі Шавулічы цалкам ручная работа. У ім няма ніводнай набытай дэталі. У якасці асноўных матэрыялаў выкарыстоўваліся дрэва, салома, сена, паралон, пластылін, запалкі і нават палачкі ад ледзянцоў. Для того, чтобы сделать дома, мы брали палочки для леденцов. И за собой соединяли, склеивали, делали окошки. Чтобы сделать крышу, в деревне привозили солому, ее просушивали, отделяли, разрезали на равные части, брали самые плоские, все клеили на клей. Вот тяжеловато было делать деревья. Кажется, ну что там, взял поролон, нарезал кусочки и приклеил. Однако для того, чтобы он держался, надо было его пропитать клеем ПВА. Потом его
вместе с клеем покрасить, потом его высушить, нарезать, а потом тоже приклеить к деревьям, к палкам. Чтобы склеить вот эти вот мелкие поленицы дров, это надо было мелкие части склеивать друг с другом при помощи клея ПВА и ждать, чтобы они подсохли, для того, чтобы потом приклеить его еще к домам. Творчая група гімназістаў пад кіраўніцтвам педагогаў працавала над стварэннем макета на працягу амаль 5 месяцаў. Найбольш складаным было вырабіць дробныя элементы, а іх сотні – людзі, зброя, прадметы быту, жывёлы, дрэвы. Даручана такая скрупулёзная справа была Константину Васілевічу. Яго называюць галоўным скульптарам дадзенага праекта. Это довольно сложная работа. Надо было выполнить большое количество людей, фашистов и погибшего мирного населения, которое можно видеть в грибной яме, куда их сбрасывали. Крайне сложно было делать автоматы, винтовки и пулеметы для фашистских солдат, которые ликвидировали население деревни. Когда Костя их слепил, мы начали их тоже покрывать специальным как бы лаком, да, чтобы они свою форму держали, чтобы покрасить. Когда это все делаешь маленькой кисточкой, когда отваливается автомат, это уже как бы тяжеловато. Макет статичный, однако, коли глядишь на его, картинка быцем бы оживая. Вось колодеж, з якого только что набирали воду, одень, якое господыни не поспели снять з вяровок, сток сена, недавно поставленный на подворку. А вось вороги с автоматами, яны у один момент порушают связковый быт. Подпаленные хаты, забитые люди на улицах и в братской могиле. Так ярко уявляются подеи страшной раницы 7 липеня 43-го года, дякуючи не только гуковым и светловым эффектам. У час працы было шмат размов про войну, и жахи и ахвяр. І падлеткі глыбока прачулі гэту тэму і ўклалі свае адчуванні ў кожны элемент макета. І пра Шаулічы гаварылі, і гаварылі о том, што у нас такіх деревень па нашай рэспубліцы очень-очень многа. Цяжэло было з маральнай стараны вот в это вот пагружацца, потому што вот гістарычна эта тэма очень такая эмацыянальная, цяжёлая. Но мы должны это помнить для того, чтобы это не повторилось. Первый показ этого макета прошел 4 мая прошлого года, когда к нам приехала делегация коллег из Калининграда. Большинство из них выходило из этого музея со слезами на глазах. Также наш музей посещает очень много экскурсий. Как правило, это учащиеся других учебных заведений, военнослужащие воинских частей. Ну, никто не уходил отсюда не впечатленный. Наверное, вот именно вот эти вот подробности, которые мы воссоздали, мельчайшие, так, от журавля до дров, там, до скамеечки около колодца, наверное, вот эти вот мельчайшие детали и больше всего людей погружают в ту обстановку трагедии. Макет рэканструкцыя вёскі Шавулічы стаў адной з работ гімназічнага праекта «Дарогі памяці». Да 80-й гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў вучні вырабілі яшчэ адзін. На гэты раз помніка Іосіфу Філідовічу, установленага ў Дзятлаўскім раёне. Зімой 42-го года ён паўтарыў подзвіг Івана Сусаніна, завёўшы немцаў у непраходнае балота і тым самым выратаваўшы партызанскі шпіталь. Гэта работа 5-й гімназіі адпраўлена на абласны конкурс «Памяць у граніце», вынікі якога будуць падведзены ў канцы мая. У грудні вызначылі пераможцаў абласного фестывалю патрыятычнай песні «Сэрца зямлі маёй». Сёлетні фестываль, дарэчы, 14-ты па ліку, прымеркаваны да 79-й гадавіны вялікай перамогі і 80-годзе вызвалення Беларусі. Удзел у творчым форуме прынялі салісты-вакалісты, дуэты, трыа і групы з розных раёнаў Прынёмыня. На суд журы яны прадставілі 25 нумароў. Спявалі пра радзіму, любоў да яе і прыгажосць Беларусі. Гучалі таксама песні ваенных часоў і пра вайну. Не абышлося і без сучасных кампазіцый. Тематика песен была самая разнообразная. Это были и песни военных лет, и современные хиты. Но их объединяло прежде всего то, что каждая песня, она отражается, отзывается в сердце каждого белоруса. Ребята сегодня создали атмосферу праздника. Праздника любви к своей родине, праздника патриотизма. Я выбрала песню исполнительницы Яны Войновской «Войны не умирают». Мой выбор пал на эту песню, так как мы, молодежь, в первую очередь, подрастающее поколение, должно помнить, сколько полегло жизней за то, чтобы мы жили эту жизнь счастливой и той, какая она есть, чтобы наше небо было мирным.
В этой песне поется об ангелах, которые нас защищают с небес, и я в это верю и это знаю. И я хотела передать этой песне, как важно помнить свои корни и важно помнить, какую страшную трагедию пережили люди тех лет. Лепшие номеры областного фестивалю патриотичной песни жюри визначало у 5 номинациях. Так само было названо имя уладальника гран-при. Вышейшую знагороду завоевала представница Гродинского колледжа мастерства Дарья Велясевич. Профессийное свято отзначают работники телеканала у радиостанции и сувязи. Урочистости с этой нагоды – традиция телерадиокомпании «Гродна». Узнагороды комплиментов у адресу сотрудников областной студии у святочный день было богато. Такая зворотная сувязь дает новый импульс, натхняя на свежие идеи, которые делают отмысловыми будни радиотелебачения. Радио и телевидение – это прежде всего люди, настоящие профессионалы. Целеустремленные, мотивированные, работающие над созданием качественного проекта, качественного контента. Ежедневно наши зрители получают информацию о жизни региона из выпусков новостей. На канале «Беларусь-4 Гродно» представлены различные тематические проекты. От общественно-политических, таких как «Свежим взглядом», «Слово депутата», до направленных на традиционные семейные ценности. Программа «Самые счастливые». Особое место занимает тема 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В проекте «Огненные сороковые» молодежь рассказывает о героическом прошлом участников Великой Отечественной войны. И в этот праздничный день мы также работаем для наших зрителей. Тесное сотрудничество журналистов с разными ведомствами позволяет глядачам и слухачам отримливать правдивую и оперативную информацию. И эта работа с профессийной нагоды означается партнерами по эфиру. Так, за взаимодействие и профессионализм у осветления питания об деятельности органов прокуратуры означена редактор отдела информации радио и телебачения Ольга Борисевич. За пропаганду безпеки життєдіяльності нагруди знак уручені загадчику відділу радіовіщання Зінаїді Петруневич. У Булгакова есть такое выражение: она служила в радио. Вот в этот момент я реально на долю секунды я подумала: а я служу в радио. Это говорит о том, что сила такая вот огромная, невидимая, как любые, да, радиоволны, сила. И все, что мы делаем, мне очень хочется верить, что мы делаем не зря. Этот нагрудный знак очень ценен для меня, и мне кажется, он тому доказательство. Поспеховое увасабление творчих идей магчыма только дякуючи зладжанной праце команды. Коллектив ТРК «Гродна» – это объединенные любовью до своей справы люди, отметная рыса яких – высокий уровень профессионализму. Дякуючи этому, телерадиокомпания «Гродна» уверенно занимает свою нишу у медиапросторы региона. На этом выпуск завершены. Я развитываюся с вами. Всего доброго. Сераду 8 мая у Гродні чакаецца малавоблачнае надвор'е без ападкаў. Раніцай слупок тэрмометра пакажа каля 7 градусаў цяпла, днём да плюс 14, а вечарам да плюс 10 градусаў. Вецер паўночна-заходні 2-4 метры за секунду. Атмасферны ціск 758 міліметраў ртутнага слупка. Вільготнасць паветра каля 60% раніцай, 32% днём і 51% вечарам. З улікам усіх метэаралагічных дадзеных, адчуваемая тэмпература паветра на працягу дня будзе вагацца ад плюс 6 да 13 градусаў цяпла. У районных центрах 8 мая надвор'е будзе наступным.
у Вялікай Бераставіцы, Ваўкавыску, Зэльве і Слоніме каля 8 градусаў цяпла раніцай, да плюс 15 днём і да плюс 10 вечарам. Малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 2-4 метры за секунду. У Свіслачы прагназуецца каля 9 градусаў цяпла раніцай, да плюс 15 днём і да 10 з плюсам вечарам. Малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 2-4 метры за секунду. У мастах сіноптыкі абяцаюць каля 8 градусаў цяпла раніцай, да плюс 14 днём і да 10 вышэй за нуль вечарам. Малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 2-4 метры за секунду. У Шчучыне, Лідзе і Карэльчах тэрмометры пакажуць каля 8 градусаў цяпла раніцай, да плюс 13 днём і да 9 з плюсам вечарам. Малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 2-4 метры за секунду. У Іўі, Воранаве і Навагрудку каля 7 градусаў цяпла будзе раніцай, да 12 паветра прагрэецца днём і да плюс 8 вечарам. Малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні, яго хуткасць 2-4 метры за секунду. У Астраўцы, Ашмянах і Смаргоні каля 6 градусаў цяпла будзе раніцай, да плюс 11 днём і да 7 з плюсам вечарам. Малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 2-4 метры за секунду. У Дзятлаве слупкі тэрмометраў пакажуць каля 7 градусаў цяпла раніцай, да 14 днём і да плюс 9 вечарам. Малавоблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 2-4 метры за секунду. Геамагнітная сітуацыя ў сераду 8 мая будзе даволі спрыяльнай. Сонечная актыўнасць не перавысіць узроўню невялікіх геамагнітных хваляванняў. Узыход сонца ў 5 гадзін 34 хвіліны, захад у 21:08. Светлавы дзень у параўнанні з аўторкам павялічыцца на 3 хвіліны і складзе 15 гадзін 34 хвіліны. Па месяцовым календары маладзік. А дакладней, 8 мая ў 6 гадзін 24 хвіліны пачынаецца першы дзень месяцовага цыклу. Серада будзе спрыяльная для адасаблення, самааналіза, ацэнкі зробленага і будаўніцтва планаў на будучыню. Жыццёвыя сілы паслаблены, таму лепш пазбягаць нагрузак і не пачынаць новых, асабліва рызыкоўных спраў. Праца ў гэты дзень будзе малаэфектыўнай, лепш правесці час за добрай кнігай. Або з блізкімі людзьмі ці даўнімі сябрамі, здольнымі даць правільную параду і аказаць маральную падтрымку. У сераду 8 мая ў праваслаўных вернікаў градавая серада. Увогуле, такіх дзён пасля Вялікага дня было 3, і першы з іх выпадаў на сераду адразу пасля свята. На градавую сераду нічога не сеялі і не садзілі, каб навальніца і град не пабілі ўраджай. Акрамя таго, 8 мая ўшаноўваюць святога Марка. Добрай прыкметай у гэты дзень быў дождж. Казалі, як дождж на святога Марка, дык зямля як шкварка. Каталікі ўшаноўваюць святога Станіслава. Па гэтым дні раней меркавалі аб тэрмінах сяўбы льну. Існавала народная прыкмета – сей лён на Станіслава вырасце як лава. Па праваслаўным календары 8 мая імяніны ў Іды, Марка, Нікі і Сільвестра. У каталікоў дзень анёла адзначаць Арсеній, Бенедикт, Віктор, Дзяніс, Міхаіл, Пётр і Станіслаў.